Дорогі друзі, щас я приглашаю на сцену Володимира Шедрика. І, да, вдвоем, да. Я нічого не помню, втроем. Вставайте, сидіть сюди. Ні, почерпте себе на місці. Вот, да. Дорогі друзі, льотчики-испытатели, герої Росії, заслужений штурман Росії, Владимир Шедрик. Дело в том, что наш клуб, я хочу сейчас просто, знаете, вот такое перспективу, по вине моей памяти называется. В 1975 году я учился в школе в Азиане. Нас возили в полк, где летал первый автор первого реактивного тарана, летчик, командир, капитан Елисеев, который в таране РБ-57. Вот. И мне страшно понравился самолет МиГ-21 БИС. Я решил поступать в авиационное училище. Но у меня правый глаз нормальный, а левый глаз, правый глаз, простите, минус полтора. Поэтому мне сказали, что иди куда-нибудь еще. Вот. И мне очень по жизни, я просто всю жизнь восхищался людьми, которые делают возможные, которые в нашей стране, на нашей технике, эту технику поднимают в воздух и держат ее на зубах. Хотя техника уже отказывает, у нее выходят из строя все бортовые системы. Вот. Но тем не менее эти люди на зубах, да? То есть я считаю, что техника это летает не потому, что у нее там двигатель есть, крыло. Я считаю, у самолета крыло одно, запомните, пожалуйста. Не крылья, а крыло. У нее есть левая плоскость и правая плоскость. Кто понял, что я сказал, поднимите левую руку. Я так знаю. Вот, дорогие друзья. И наш клуб «Чикетти», который будет выступать после летчиков испытателей. Готовьтесь, пожалуйста. Да. Мне очень приятно было, что мне свою дружбу подарил великий человек, которого сейчас на имени нет, Сергей Николаевич Мельников. 23 августа. Если вы, гады, не приедете в Жуковский на очередной фестиваль, четвертый фестиваль, нам уже денег дали, нам уже сцену дали, уже мы с Хачевским распилили весь бюджет. Но мы должны приехать. Но вы должны приехать, да. Нет, на самом деле это, конечно, шутка. Бюджет там смешной. Вот. И, ну, не важно, когда меня спросили, к нам ездят просто по дружбе Татьяна Висбор, Вадим Мещук, сейчас я пригласил Леню Сергееву, он сказал, что приедет. Ваня сказал, что он не знает, то ли да, то ли нет. Вот, 23 августа, запомните, пожалуйста, в Жуковском, в парке, возле стадиона «Комета», состоится четвертый открытый фестиваль, полет продолжается. А сейчас я хочу предоставить этим великим людям слово, чтобы они вас поздравили с моим днем рождения. Так, значит, дорогие друзья, ну, во-первых, я, честно говоря, сначала не понял, чье здесь нет день рождения. Мишин или наше, да? Вот. Ну, понятно, что общее, но главный это юбиляр все-таки Миша, потому что две пятерки это бывает, во-первых, раз в жизни, во-вторых, это замечательная дата. А, в-третьих, ты когда сказал про летчика, что один глаз у тебя плохо, значит, с одним глазом ты бы, с тебя получился бы замечательный летчик. Да, потому что не так страшно летать. В два раза не страшнее. Вот. Ну, шутка. На самом деле, мы стоим рядом, мы празднуем сегодня юбилей замечательного человека, душевного, талантливого, большого патриота нашей Родины, офицера с большой буквы. Миша, дай Бог тебе здоровья, счастья, удачи во всем. Мы немножко даже не будем полемику поступать с Михаилом Михайловичем по поводу нашей операционной техники. Хороша она или плоха, суть не в этом. Да, я вот просто горд тем, что я знаком с Михаилом Михайловичем. Человек вообще, ну, неоднозначный, умница. И вот мы с Владимиром Георгиевичем долго думали, какой же подарок ему подарить. Ну, кажется, что вот настолько светлый человек и в таком настоящем мужской силе. И думаю, какой самый лучший возраст? Помог, конечно, Владимир Георгиевич, потому что он штурман, а он владеет счетом в уме, и мы, значит, стоя в магазине, так, в общем, посчитали, получился 89-й год. Мишенька, мы тебе дарим напиток прекрасный. Французы сделали коньяк для себя, коньяк для всех, арманьяк они сделали только для себя. Мы тебе дарим арманьяк 89-го года, чтобы ты вспоминал.